Итак, всем привет, добро пожаловать в Москву и не куда-нибудь, а на РЖД-арену. Седьмой тур молодежного первенства. И сегодня здесь играет молодежка. Это ли несчастье для вот этих парней, которые выходят на газон РЖД-арены? Матч между Локомотивом и Крыльями Советов. Матч стартовал, Крылья разыгрывают центра. Можно еще отметить, что символический удар по мячу в начале этого поединка произвел Заза Зурабович Джанаше. Касаемо, будут ли они открываться или нет, посмотрим. Опять же, если счет... А вот какой же пас, а вот это все. Как вот это открылись, было да? Как это только было? Сказал. Даже не то, что красиво, а роскошно забивает Локомотив. Разыграли на заглядение Данила Годяев. Мяч направляет в дальний угол. В любом случае, при таких атаках, при игре в касание, это самая опасная игра в атаке, я считаю. И тут, конечно, кто-то не доглядел. И ну вот снова перехват. Классно сыграли в перехвате. Дальше передача. И подбор останется. А вот это уже очень похоже на второй гол, но не забивает. Да, конечно, сейчас прощают ребята Крылья. Это Корнеев был с левой в ближней, не попадает в створ. Хороший голкипер Крыльев. Еще один сейф на его счету. Подача следует. Бронебойный гол в исполнении железнодорожников. Великолепно Дмитрий Радиковский. Открывается под передачу. Вколачивает мяч в ворота. 2-0. Сейчас Крылья не помешал бы тайм-аут, которого в футболе, к сожалению, нет. И действительно, не так жарко сегодня в Москве. Можно было бы воспользоваться паузой на водопой, но и ее не будет. Тяжело получать, если только опускаться куда-то вниз. Очередной момент у Лока. Чугунов и Тяжкаса с мячом. Да, недоспасов. Хорош недоспасов. Он вручает, но он уже все, да, вот мне даже немножко его жалко, да, он сейчас разводит руки, он уже и не кричит. И дополнительный груз ответственности. Еще ты не сказал про Алексея Лысова, который также был в системе Локомотива. А вот здесь момент, опасная передача. Можно замыкать, удар Волкова. 3-0. Волков заслужил забитый мяч, много подключался к атакам. И здесь совершенно был один, не успели его накрыть. И я бы еще отметил тот, как Кирилл Волков положил мяч в дальний угол. Точнейший удар, очень тонкий. Вот ты уже говорил, да, что сегодня настоящее искусство в исполнении железнодорожников. Вот этот эпизод в данную когорту тоже вписывается. Отличнейший удар Волкова. Вся комбинация тоже роскошная у Лока. Тоже привычная картина для нашего матча. 3-0. И очень обидный гол для Крыльев. Мы готовы. Дайте нам шанс. Мы вот на вашем стадионе, как вы, готовы играть. Поэтому, даже если для Крыльев они поплыли, ай-ай, то в любом случае ничего страшного. Голевой момент. Первый подобный эпизод во втором тайме. Мяч попадает в штангу. Основной состав сделал довольно-таки комфортный счет. И давай посмотрим за это атака. И... А вот и Тимофей Метров. А вот и его сейв. Мы ждали подобных действий Метрова в течение 76 минут. Арбитр дает свисток. Завершается наш матч. Все свои голы, победные голы Локомотив утрамбовал в первой половине.